нам многое удалось сделать, преодолеть, учитывая ларингит и болезнь голосовых связок. Я бы просто перестал бы сам себя уважать. Миша Мостовой был прекрасен в прошлом эфире. Он был другой, такой, которым я хотела бы его видеть. Сможет ли он удивить нас еще хотя бы один раз? Это вопрос. Мишенька, Мишенька! Здорово, давай. Вот так. Настоящий мужчина – то, что женщину завоевывает вот одним взглядом, своей харизмой, спокойностью, интеллектом. Вот красотой, голосом, естественно. Очень самый голосистый. Поешь на сцене, да? Камера, три зрителя сидят, люди сидят в зале. И ты так раз им потихоньку, по кусочку. А потом они тебе обратно складывают. Он не просто выходит на сцену и слова проговаривает. Он их так чувственно поет и передает все чувства зрителю. Друзья, у нас сегодня ответственное событие – автограф-сессия. Автографы, автографы. Девочка закосила там пару в университете из-за того, чтобы прийти со мной пообщаться. Блин, ну круто, приятно. Конфету большую подарили. И медведя подарили. Как зовут Мишку? Это Мишка, да? Ну, наверное, потому что я похож. Да. Ну все, Мишка Мостовой. Да. Как бы они там мне как-то в какой-то степени семьей становятся уже. Это Миша. Давайте пока. Это Михаил, да? И Мишенька. Да, да. Она меня спрашивала, у нее есть сын, как ему кубики пресса делать. Желаем удачи. Привет передают из Польши, из Америки. Из наших городов, из Кременчуга, Черкас, в общем, там целая палитра. Он, наверное, мечта любой девочки, у него огромный талант, и я считаю, что он должен победить. Миша, а вы нам сегодня споете? Споем. Можно мне гитару? Хорошие мозги, сердце и душа. А когда еще к этому всему присоединяется голос великолепный, происходят чудеса. Ой-я! Люди в себя верят, и ты не должен их подвести.